Начали общественники борьбу с несанкционированными свалками. Только с начала года уже обнаружено 130 незаконных мусорных площадок. Причем большая часть из них возле садоводческих товариществ. Часть этого хлама активисты убирают сами. На днях, к примеру, разобрали 5 мусорных куч. Однако проблема настолько масштабна, что своими силами ликвидировать весь мусор они не в состоянии. Особенно остро стоит проблема с мусором в садоводческих товариществах. По словам общественников, в стране никто не контролирует в этом отношении садоводов. Но, как уверяют специалисты, это временно. К сожалению, ни у муниципалитета, ни у правоохранительных органов, ни надзирающих органов нет правового основания заставить их эти работы выполнять. Вот мы сейчас над этим работаем, чтобы создать правовую базу для возможности влияния на недобросовестное товарищество.